Ребята, всем привет, добро пожаловать на канал «Посылка из Китая». И сегодня мой обзор будет посвящен тем, кто занимается радиолюбительским хобби, собирает какие-то радиоустройства. Такие люди часто сталкиваются с необходимостью сделать корпус для своего устройства и закрепить в нем плату. И для этого требуются различные крепеж, металлические изделия, так называемые метизы, которые мы сегодня рассмотрим в этом видео. Обычно все платы крепятся на винты размера М3. Соответственно, я заказал всякие разные винты себе для крепления, которые сейчас вам покажу. Итак, вот все, что было внутри этих 4 пакетов. Давайте начнем по порядку. В этом пакете у нас находятся латунные гайки М3. Очень удобно их закручивать. Ребристые у них грани. То есть не надо никаких ключей и так далее. Все можно сделать руками. Очень удобно. Давайте снимем размеры. Диаметр 3,9 мм. И высота 3,1 мм. Вот так они выглядят. В следующем пакете находятся стойки, тоже латунные. Давайте посмотрим поближе. Вот так они выглядят. Обычные стоечки М3. Можно друг у друга их заворачивать и тем самым наращивать высоту. Длина их составляет 9,9 мм. Длина резьбы порядка 5 мм. И длина верхней этой части тоже 5 мм. Следующий пакет. Это винты с головкой в Паттай, тоже М3. Вот так они выглядят. Главный плюс этих винтов в том, что у продавца можно выбирать размер этого винта любой. То есть от 4, по-моему, до 10 мм. И не надо ничего обкусывать, то есть заказывайте такие, какие вам нужны. Я взял 6 мм. Давайте проверим размер. Длина винта 5,9 мм. Максимальный диаметр шляпки 5,2 мм. И последний пакет. Это винты для крепления компьютерных вентиляторов. То есть они тоже стандартизованные, стандартный размер у них, как видите, под крестовую отвертку и такая очень крупная резьба для того, чтобы эта резьба врезалась в пластик вентилятора. То есть все отверстия тоже стандартные. Давайте снимем размеры. 5, почти 4,8 мм. И в длину 9,7 мм. Ну что, вот такие сегодня крепежные элементы были у нас на обзоре. Да, что-то можно купить в России дешевле, что-то дороже. Смотрите уже сами по обстоятельствам. Я лично решил себе сразу заказать все, забрать на почте и уже не париться с этим вопросом. Все ссылки на них будут, как обычно, в описании под видео. Если обзор вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал, большая кнопка подписаться. На этом все. Всем удачи, хорошего настроения, интересных самоделок, интересных хобби. Всем пока!